Развитие экологически чистой энергетики, такой как ядерная, одна из ключевых целей Китая. Сейчас страна имеет современную систему ядерной промышленности и все технические условия для ускорения развития. Первый в Китае атомный энергоблок Циншань-1 был введен в эксплуатацию в 1991 году. За 2,5 десятилетия в строй вступили 30 энергоблоков, в стадии строительства еще 24. На АЭС вырабатывается около 3% всей потребляемой в стране энергии, но эта цифра все еще значительно ниже среднего мирового показателя, который составляет около 11%. В плане 13-й пятилетки Китай рассматривает развитие атомной энергетики как важную часть долгосрочной стратегии. С ее помощью страна стремится достичь устойчивого экономического развития и сокращения загрязнения окружающей среды. К 2020 году правительство Китая планирует увеличить общую установленную мощность АЭС до 58 гигаватт. По сравнению с нынешним уровнем, рост примерно в 2 раза. Ежегодно планируется запуск от 6 до 8 новых атомных реакторов. К 2030 году мощность АЭС Китая составит 150 гигаватт.